Так, у нас время 3:30. Я иду его 4-й раз проверять. Зачем я все снимаю? Кто там хочет быть тренером, инструктором, берейтером? Вот вам работа такая. Приходится ночами тоже работать. Нет, у меня, кстати, был случай, когда берейтера одной лошади, тренера, звали и говорили, что лошадке плохо. Он кричал, это не мои проблемы. Ну, как поступать, это выбор каждого. Так, у нас немножко светает. Не знаю, видно ли вам. Немножко светает. И большой туман лежит. Ну, мы, собственно, идем. Одни сплошные стрессы. Я тоже нервничаю. Холодно. Что-то какое-то... А, изморозь. Ну, писка, как всегда, с нами. Топаем. Я надеюсь, что с ней все хорошо. В общем, я не стала вам показывать. Она там спокойненько себе на травке померла. Отправилась наша бабушка на зеленые луга. До последнего она старалась не причинять вреда. Меньше неудобств. Сама вставала, держалась. И взгляд был ясный. Мы ничего не поделаем. Бабульке 35 лет. Но и так хорошо прожила долго. Поэтому тяжело все это. Ну, в общем, все, нет бабульки. Зеленых лугов. Ну, все, всем пока. Теперь вы знаете, насколько тяжело ухаживать за ними. В общем, ну ладно, я не могу больше.